Цифровые валюты станут доступнее для канадцев. BitJob, стартап по трудоустройству студентов, построенный на технологии блокчейн, заключает партнерство с канадским Bitcoin Brain, который имеет 10 банкоматов в 5 канадских городах, таких как Торонто, Монреаль, Виннипег, Эдмонтон и Калгари. Это позволит пользователям BitJob совершать транзакции и перемещать свои доходы. Основатель Bitcoin Brain Дэйв Брэдли говорит, что они хотят, насколько это возможно, упростить для канадцев доступ к цифровым валютам.